Екатерина Полищук, до прошлогоднего успеха в Нур-Султане звезд с неба не хватавшая, ехала на чемпионат мира в качестве никому неизвестного дебютанта. В фаворитах ходили другие. Но именно ей суждено было стать забойщиком триумфального шествия сборной России, добившейся лучшего результата в истории. А начиналось все с волевой бронзы представительницы Кубани. Концовка. Соперница очень серьезная. Это первый номер сборной Китая. И поэтому Катя до конца боролась и выдержала. И она молодец. Она взяла и лицензию, и бронзовую медаль. И первый раз в этой категории борется. Поэтому она умница. Мы за нее очень рады. Присоединяюсь. Поздравления. Стальвера, вы, по-моему, сейчас кричали громче всех. Ну, а сейчас, потому что выиграла, боролась, что еще. Дали волю эмоциям. Ну, как не кричать? Молодец. Екатерина Полещук. Bronze medalist. Пожалуйста, Алина Пожаренко. Теперь уже можно, да? Все. Да, теперь уже можно. Я так. Концовки заставила нас всех понервничать. Если честно, я думала, что я уже проиграла. Я думала, что я проиграла. А потом вспомнила, что у меня еще бросок был. И тогда, не знаю, я больше сильно радовалась. Ну, я чуть-чуть расслабилась. Этого не надо было делать. Изначально сначала ехала за лицензией. Потом уже как придет. Ну, конечно, и за медалью ехала. Потом я вообще за золотом ехала. А так получилось, что за бронзом ехала. В таком случае понятно, дело, что ты приходит во время. И сейчас это сказано действительно в тему. Чего не хватило для того, чтобы завоевать золото? Психология? Я думаю, да. Уверенность. Можно сказать, что все-таки ты сильно зависишь от своего психологического состояния? Как собираешься? Все дело в голове. Ну, я уже нашла причину, которая мне... Если секрет, то что за причина? Семен Штерев, знаете же, болгарский. Ну, теперь наш ты. Он мне сказал, оставляй ту, которая боится и может бороться в комнате, а та, которая может бороться и уверена в себе, забирает на ковер. Двери, главное, не перепутай. Ну да, и я вот ту оставила в комнате, сама приехала. Что сейчас, ну, помимо шоколадки себе положила? Ой, я уже ее всю съела. Видишь, как интервью не зря попросили. Я очень люблю шоколадку. И тяжело было полтора месяца. Я была без этого. А это серьезный удар, да? По самолюбию? Ну да. Может быть, там отдыхать поедешь куда-то там, в Дубае? Я хочу поехать не в Дубай, я хочу поехать в деревню. Деревню? Да, где я родилась. Ну, думаю, отдохну.
что-то странное и желание. Кто-то хочет посетить какие-то неизведанные места. Нет, я просто давно не была и хочется отдохнуть так. А что за деревня? В Краснодарском крае? Нет, в Костромской области. Ну то есть вся Кострома сегодня гуляет? Нет, гуляет Краснодарский край. Можете Кострома, не знаю. Я сначала заказывала, чтобы дома приготовили мне повкуснее. Это такие скромные желания у наших призеров, да? Потому что я гоняла вес, держала, сколько я терпела. И вот, хорошо покушать, и все. Что еще нужно? Что вообще любишь? Как проводишь свободное время? Какие твои хобби? Лес, там, не знаю. Я люблю рыбалку. Какую самую крупную рыбу? Сколько килограмм? Рыбачить или кушать рыбу, которую поймала? Рыбачить. Рыбу я не особо люблю. Только когда папа приготовит. Блэкстарбург, не позволишь себе пойти сейчас? Конечно, я о нем мечтаю. С первого дня. Нет, вообще я хочу в KFC. В KFC? Хочу, да, с беконом, булку какую-нибудь. Блэкстарбургер, это не просто так, а по той причине, что его владельцем является Тимати. Да? Как ты творчество Тимати? Вообще, ты слушаешь музыку? Тимати нет. А кого? Не очень, да. Ну, я так нейтрально. Что понравится, что по душе. Ну, какую музыку слушаешь? Романтичную, там, да, поплакать или там, или наоборот, драйв? Не, наоборот, там. Веселую. Не люблю такие плаксивые. Яралаша снялась бы? Да. Сегодняшнее твое выступление скорее походило на триллер. Фильм ужасов. Смотришь? Люблю ужасы. И любишь играть на нервах других людей, да, скажешь? Да, есть такое. Что ж, я тебя поздравляю. Вячеслав Абдусаламов, Реструс ТВ.